Ребята, всем доброе утро. Девчонки тут у нас делают и Милана домашнее задание, у Миланки свои задания. У Миланки что-то не получается. Ты вот тут вот видишь, опять вот неправильно делаешь. Давай, Милаш, все делай аккуратненько. Вот здесь ты вообще, мне не нравится, как ты сделала. Потом вот все, что не получается, будешь заново переделать. Потом вот единичку я тебе уже напишу, заново будешь переделывать. Потому что у тебя, ты не постаралась, Милан. Очень плохо. Милана очень хочет играться, но пока не сделать Милана вот это задание, мы каждый день делаем, Милана играть не будет. Давай, Милаш, делай. Вот двоечки очень хорошо вот эти получаются. Вот здесь ты немножко неправильно сделала, зачеркнула. Нет, все, уже перечеркивать не надо, Милан. Вот так, одной черточкой это достаточно. Понятно, зачеркнуть? Хватит, не надо обводить, Мила. У Миланы привычка, наверное, как и у всех детей, вот первые классы, кто готовится только к школе, много раз начинают вот это черкать, если да, что-то ну не... Да. Не надо показывать здесь, мы знаем. Все, делай. У Лики тоже тут домашнее задание вовсю. Лика с 9 утра занимается. Лик, ты сегодня что делаешь сейчас вот именно? Сейчас математик вообще уже обезьян. О, тоже обезьян. Обезьян. Кто-то перезанимайся. Убзи. Вообще, Лика с 9 утра убзи делает. И математику. ОБЖ физру сделала. Сейчас математику делаю. Понятно. В общем, у нас с утра уроки. Домашнее задание. Так, мы уже позавтракали. Сейчас я двоечку сделала. Молодец. Вот, двоечка очень хорошо. Только непонятно, здесь у тебя более ровно, здесь мама, такое... слушай, вот, двоечка очень хорошо, только непонятно. Ну вот здесь смотри, вот у тебя ровно, а здесь вот такие вот непонятные. Что, зачем ты такие делаешь? Ну, папа, видишь, как сделала? Вижу. Не надо ничего обводить, положи. Нет, Милана, ты вылезла с клетки. Все, заново, я, мама, тебя учителем быть нельзя. Конечно, нельзя. Конечно, нельзя. Нет, Милана может делать. Хорошо. Все, Милаш, давай я тебе покажу, как, смотри. И ухожу заниматься своими делами, потом приду, проверю, смотри. Берешь вот так. И не видишь, какая красивая троечка? И не вылазишь из клетки, понятно? Из клетки мы не вылазим. Поняла? Да. Вот так, смотри, еще раз. Берешь вот так, ставишь маленькую точечку и пошла вот так. Оп. Понятно? Все, делай давай. Все, я пошла убираться, собираться. Вот, уже лучше. Давай еще. И серединки, только делай более круглые. Ну ничего, проводи дальше. Вот. Ой, как красиво. Давай еще вот здесь. Умница. Миланка уже не сделала? Устала дизать ручку. А какие-то цифры, которые не получились, но не очень получились, Миланка заново переделывает. Так. Но уже лучше получается. И вниз. Так, молодец, еще давай. Спасибо. Серединка. Лик, может, на учителя пойдешь? Нет. И нолик дописать тебе надо. И все. И ты умничка. Сегодня столько работы сделала домашней, да? Молодец. Потом еще несколько букв повторим. И все. Ой, ручка укатилась. Давай доделывай, молодец. Ой, умничка. Вот это супер! Да, давай. Нельзя. Второй. Почему нельзя? Ты молодец. Заниматься надо. Потихонечку. Покрупнее, Милаш. Вот чтобы прям этот нолик был на всю клеточку и не вылазил, и не такая вот горошинка. Вот прям на всю клеточку. Прям-то... На всю клеточку аккуратненько. Милаш, не балуйся. Давай, все. Давай. Ну, ты прям как-то квадратик делаешь. Бери ручку, смотри. Вот так. Вот. Вот, видишь? Вот. Ну-ка, давай. Вот такой нолик, давай. Не квадратик, а нолик. Что-то ручка
барахлит. Давай, давай. Вот, умничка. Давай, молодец. Молодец. Не очень. Ой, как хорошо. И последний нолик. Молодец. Умничка, умничка. Молодец. Теперь зарядка, да? Лик, ты тоже так в школе? Такая, ура! У нас на улице вообще что творится? Такой дождь идет. И пасмурно, и темно. Да, скоро снег будет. 5 градусов, всего 5 градусов. 5 градусов? Да, и дождь. Ледяной. Я вышел, мусор выкидывал. Прям, холодно. Выехали мы, нам нужно посмотреть Лики на iPhone, на телефон, зарядку, зарядку. Что-то там, не знаю, мне кажется, зарядка уже... Что-то там не так. Да, можно, конечно, там заказать, допустим, через интернет, но это время, чтобы она пришла, поэтому мы решили проехать по магазинам и найти, нужно... В общем, то ли сам зарядник, то ли провод перестал работать. Где-то там что-то горит. Запах. В общем, едем, да. Хваленные айфоновские аксессуары. Причем это же оригинальная. Оригинальная зарядка. Так что будем надеяться, что мы сейчас... Хорошо, что беспроводная есть. Хоть как-то заряжает. Скорее всего, там именно в проводе проблема. Потому что ты не перекинуть ни файлы, ничего не можешь, да? Да, именно провод не работает. Так-то, в принципе, можно и беспроводной заряжать, но мне нужен провод, чтобы перекидывать. Угу. Ну да. Ну, в общем, выехали, поедем, походим, посмотрим. Сравним оригиналы, не оригиналы. Что скажут нам консультанты. Угу. Послушаем. Янка обезьянку свою взяла. Да, милаш? О, и как она у тебя здоровая обезьяна-то. Конечно, витамины каждый день кушает. Бананы? Нет, и только бананы еще пришли. Какое сейчас читала комментарии, написали, мы вчера вот говорили про Додо пиццу, и пишет, что в Сочи ужасная Додо. Кстати, мы согласны, мы вот тоже когда были мы в Сочи... много раз были в Сочи, несколько раз заказывали, и в этом году даже не стали заказывать, потому что нехорошие воспоминания остались. Вообще совершенно другая пицца, вот которая у нас в Санкт-Петербурге Додо, там вот просто на самом деле объедение. Тесто вообще вкусное, очень начинка всегда вкусная, ну просто вот самая любимая пицца. А в Сочи много раз пробовали заказывать, думали, ну может быть другая пицца будет повкуснее, но имею в виду вкус, да. Все, ну в общем отличается на самом деле, мы согласны. Хотя вот пишут, по-моему, в Адлере получше, если я не ошибаюсь. Но тоже не ужасно, не ужасно. Нет, хорошо. Не ужасно, но отличается, очень отличается вот от Додо в Санкт-Петербурге. Что мы согласны с этим. Мы сейчас заехали в метро и выбираем с Ликой шампунь. Наверное, возьмем вот такой вот фруттис, кокосовый баланс, укрепляющий здесь с кокосовой водой. Вот пахнет очень вкусно вот этот вот. А, вот это? А ну-ка, понюхай. Не? А вот это, еще или вот этот, думаем. Ну, наверное, все-таки вот такой, да? Мне возьмем. Больше здесь эффект нравится. Короче, давай вот этот берем, да? Да. Не, милаш, мы смотрим. Понюхать. Понюхали, открой, пусть понюхать. Я хочу все понюхать. Вкусненько, да, пахнет? Значит, это вообще а вот... на кокосе заклинило. Подожди, да. Сиос? Да. Ну, я знаю, да. Но мне не нравится. Понюхай. Мицеллярный шампунь, что такое? Ну, и столик. Приятно пахнет. Милая, не нажимай только. Приятно. Кстати, приятно пахнет вот это тоже. Все, Мил, мы выбрали кокос. Ли, клади в тележку. Кокос берем. А, вот они провода. Так, мы уже добрались до места назначения. Сейчас выбираем. Сейчас папа разговаривает с консультантом. Узнает. Отличается от того, что в комплекте. Вау, что это такое? Светильник? Светодиодный, прикольно, да? Это 19 тысяч. Нам такой, Милаш, светильник не нужен точно. Сейчас папа проконсультируется, да, сейчас какой-нибудь выберем. Что здесь еще есть такое интересное? А?
беспроводная. Но у нас есть беспроводная. Да, у нас есть, у нас встроенная. У нас что-то вот такого плана. Ну да, да, у нас вот такого плана. Прикуль, смотри, ремешки какие. Сейчас смотри цвета. Угу. Да? Это пятна, скорее всего. Ну да. Папа пока с консультантом общается, с продавцом мы уже убежали. Сейчас смотрим ремешки. Ты нравишься такой? Ну, это как у тебя, да? Вот это да, точно, ну, из этой серии. Мне еще вот такой цвет нравится. У нас на провод гарантии? Да, также то, что лежит в комплекте, все, что в гарантию входит, надо по гарантии просто идти. А сервис здесь есть? Так что, мы тогда не покупаем пока? Да, да, пока не покупаем. Милаш, все, пойдем, солнышко. Пойдем. Зайдем мы в сервис. Сказали, в Радуге, да, есть? Да, в Радуге. Надо еще узнать. Это Радужный центр нам не понравился. Что-то нам не понравился, да? Мы в Самсунге были. Ну и что? Ну, да. Может быть, это... такой же... Не, ну, может да, быть, то же самое будет и с айфоном. Нет, ну заехать надо будет. Мы уже пришли домой. Сейчас будем пить чай. Взяли вот такой вот чай попробовать. Это зеленый чай с... Женьшень. Да. В общем, не такой... жасмин, а женьшень. Да. Я такой еще чай как не пробовала. Только женьшень. Ну, вот реально. Прикольный чай, какая-то новинка. Вот почему мы любим метро. А женьшень это трава или ягода? Не знаю, честно не знаю. Не знаю. Поставили чайничек, и... а сейчас буду пить чай. На этом наш влог с ней подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр, всем до завтра и всем пока-пока. Не знаю, завтра, послезавтра, да, наверное, съездим, как время будет. В принципе, заряд есть беспроводной, ну, как-то справляемся, да? Ну да, это просто лики перекидывать видео, нужен провод, чтобы перекидывать. Ну, он в общем, не работает, да, как будет у нас время, мы поедем. Ну, на днях съездим в сервисный центр. Да, узнаем, что к чему. В общем, будет видно. Посмотрим, как... что такое Apple в гарантийном случае. Самсунг мы уже узнали, что это такое. Да. Все, всем пока-пока.